А я вот пилю, да? А я вот пилю и думаю, ребята, вот хорошая работа такая, вот, можно не думать, но я думаю. И знаете что, пацаны, я вот хочу спросить вас, вот кто из вас любит Путина? Поднимите руку вверх. Кто из вас любит Назарбаева? Поднимите руку вверх. А теперь, кто из вас любит Трампа? Поднимите руку. Вот я хочу донести до вашего сведения, что я их никого не люблю. Я к мужикам равнодушен, я только женщин люблю. Хлопцы, а давайте вот этот вот эта херня, вот этот бункер, блин, это подземелье, будет у нас этот думательный уголок. Ну, я помню, когда я еще тут дерьмо все выгребал на этом. Ну, это место мы купили не потому, что я в него влюбленный, а просто других нету. Ну, нет, понимаете? Короче, у нас север, он принадлежит государству. Ты можешь идти там охотиться, рыбачить, все на свете делать, понимаешь? Не надо разрешения спрашивать. Есть законы там, не разрешается... Чего не разрешается? Хер знает. Ну, постройки какие-то строить там, да, то все. А так там, ну, на квадриках можешь есть, костры можешь разжигать там, то все, блин. Ну, а есть национальные парки, так это, ну, там нельзя костры разжигать и то все. Ну, а в принципе, север все можно, да. И вот это, там землю получить, во, ну, не можешь никак, понимаете. А вот этот бывший хозяин, он там наполовину индейец, он там поймал момент, короче, это, ну, и пробил, ну. Потому что, ну, белый человек же их обидел, им все можно, правильно? Ему это выбил, короче, разрешение. И вот это частная собственность. И поэтому я купил кусок, он мне не очень нравился. И вот когда я выгребал весь этот навоз, Олег, помню, Разумовский сказал, что о, дьявол, вот этот шоп твой, услышим мы много там оттуда историй там хороших, мудрых. А я говорю, да дун, как, дутенпо. Ну, сейчас я буду в том шопе сидеть. А вот здесь нормально, здесь тепло и хорошо, и в подземелье, и... Что-то я слышал, там Путин булаву какую-то захерачил. Блин, пацаны, у вас булавы, лошарики. Чего вы, блин, идите зубами их загрызите нахер этих тварей, блядь. Ну куда, сволочи, живут лучше вас, нахера, блин. Убейте их всех, косты, вилы, еще булавы какие-то, блин. Радиация потом до вас докатится, блин. Нехорошо же будет. Так, давайте будет думательный уголок, короче. Тетя Оля мне чаек сварганила, хороший такой, с вишней, блин. Ой, вкусно. Ну, так. А что я хотел поделиться такой мыслью? А знаете это? Ну я же вам говорил, да, что я с ватниками схлестнулся. Не схлестнулся. Я просто опешил, знаете, ватник это такой, ну такой образ, да, вот скажем. Или образное явление. Нет, образ такой, фиктивный, скажем, такой, да, вот полная Россия ватников. А потом херак в одноклассниках и все, кто у меня в друзьях, это бывшие коллеги, земляки, знаешь. И, блин, это все достают вот эти методички, блин. Застойной эпохи, блин. И все тебя как Гумилева, блин. Вот так вот, нафиг. Хорошо, вот так вот, блин. И рука на курке уже. Сука, мы тебя научим, блин, советскую власть любить. Ты, блин, и все, все, я говорю, братки, все нафиг, все, блин. Зергут, уважаю, люблю, все. Ну, и знаете, я всегда это, знал такую гениальную мысль, что все познается в сравнении. Ну. Даже, по-моему, этот, блин, дяденька вот такой Альберт, который еврей, которого вы так ненавидите, да, он это сказал, что, ну, теорию относительности все это, да, относительно все, знаете, все сомнение. И вот я всегда этих людей мне было жалко, потому что они никогда не нюхали нормальной жизни. Откуда они знают нормальной жизни? Конечно, потом ненавидят, правильно, блин? Они считают, что их не это нормальная жизнь, но... А вот, по-моему, Александр пришел и сказал, блин, и носом меня ткнул в эту же самую теорему, блин, или в аксиому. Что, блин, ты, Вованыч, ты их не понимаешь, блин. Они тоже все познают в сравнении. Но вот и сейчас ихняя жизнь хуже, чем в СССР. И поэтому они так и кричат, любим СССР, и как было хорошо, и комсомол, любовь и весна. Ну, я согласен, я согласен. Вы знаете, чем я отличаюсь? Категорически так, в корне отличаюсь от ватников. Тем, что меня можно переубедить. Ну, что я чуть-чуть думаю. Ну, иногда, блин. Ага. А еще, пацаны, я вам хочу сказать, что я вам хотел сказать. Коренное отличие, да, вот совдепов от всех остальных, это они считают, что если человек имеет отличное от твоего мнения, различное, да, отличающееся от твоего мнения, то его обязательно нужно переубедить или его нужно ненавидеть. Вот. Третьего не дано. Ну.
И это грустно, это обидно, потому что, знаете, вот смотришь в развитых странах, да, есть толерантность, есть акцептируют как-то, просто, ну, делитесь на лагеря, блин, ты любишь Зюганова, ты любишь Комсомола Весну, ты любишь Жирика, ты любишь Путина, ты любишь Трампа, ты то все. И знаете, ну, в Америке никто сильно друг друга не убивает, там, блин, это, и не материт, и ничего, ну, бывает, там, теряют то, но это реднеки обычно. А так, ну, какая-то корректность есть такая, ну, любишь, люби, флаг тебе в руки, ну, время покажет, кто был лучше, знаешь, как-то. Ну, не так, не совсем так, ну, как-то так. Ну, короче, толерантность, акцептировать чужое мнение. Ты не обязан соглашаться с ним. И другое ошибочное такое заблуждение, что если ты согласен с чем-то, с человеком, то ты должен соглашаться со всеми его идеями, мыслями, мнениями. Тоже нет. Тоже нет. В каком-то аспекте соглашаешься, в каком-то нет. Да я знаю, что среди вас много нормальных ребят со светлыми мозгами, они все это понимают. Пацаны, вот что я это самое, пока крутил вот это, третий шуруп слева, да, и второй снизу, что меня озарило? Вот знаете, есть геноцид, есть апартеид, есть то-сякое, и я осознал, что, блин, это в самой страшной уродливой форме он проявляется во всех бывших союзных республиках, блин, и в России тоже, блин, это. Ну, блин, ну казахи, блин, ну неужели вы в натуре верите, что вот эти люди, которые это не казахи, которые живут с вами в Казахстане. Им нахер сдался этот ваш Сыгым, Кыргым, там, Аким, там, Хирым, блин, или что. Что вы думаете, правда их волнует, что ли, там сколько зубов было у собаки Аблайхана или сами Аблайханы? Вы же понимаете, когда они уедут от вас, то им нахер не сдалось это все. Ну, бешпармаки, баурсаки еще, может, будут жрать. А так, ну нахера вы их гнобите вот этим говном, блин? Ну, я понимаю, сами от безнадежности, от безысходности, там, свирепо, блин, это, шагаете в жопу, блин, это, ну, блин, ну нахера вы им втюхиваете свой неофигенный, мелодичный, певучий, значит, богатейший язык? Ну же вы понимаете, что если они уедут куда-то из этой страны, оно им нахер это все не всралось, и они никогда добрым словом это не вспомнят, правильно? Они же не приедут в Америку, Илон Маск и не вызовет и скажет: брат, помираем, не знаем, как назвать ракету, которая полетит на Марс, блин. Как будет по-казахски ракета? И ты им скажешь: ой, блин, жолдардастан, блин, хармский, хармочка, дрянь. И все, Илон Маск тебе даст 1 000 000 рублей, и обосрется от счастья, блин. Ну что вы в самом деле, пацаны, блин? Так вот это я вам хотел сказать. И вы знаете, это распространяется на абсолютно все. И то же самое на русских людей. Вы понимаете, какая прелесть, что если вот это, если ты не совсем такой, совсем уже, блин, это засевушный, блин, если ты уедешь своего совка, да, блин, и в другую, там это, блин, нормальную страну, тебе тоже нахер не нужно внезапно ни Ленин, ни Кумач, блин, ни СССР, ни сыры под гусеницами, ни там Кремли, ни хера. Все оно тебе нахер не нужно, потому что это такое говно, такой балласт, и нахер он тебе нужен, правильно, блин? И даже язык, представляешь? Ну мне потому что, блин, у меня память сволочная, блин. Меня в детстве уронили, и я потом еще, когда в детстве мы это мальцами лошадь угоняли однажды, это я тоже очень сильно упал, я об твердый грейдер ударился. А лошадь такая, как Владимирский тяжелос, такая высокая была, блин. Сильно херанулся, у меня там что-то замкнуло, и я ничего не могу забыть, понимаете? Вот это меня отличает еще от ватников, поэтому я все прекрасно помню, как было в СССР. И они меня за это не любят, потому что, блин, ну вот у них там Ленин, Комсомола, Весна, да, блин. И вот как хорошо было, я тогда был молодой. А у меня глисты, блядь, тогда были. Ну, я за это ненавижу ВЛКСМ и молодость, блин, и Комсомола, Весну, блин. Ну. Так, это я пошутил, конечно, насчет глистов. Ну, какие-то аскориды были, всегда там какое-то говно было. Дизентерия там была каждый второй или третий день, елки-палки, блин. Такая антисанитария, там в чашке, блин, этой тряпкой мыли, блин, там вот, потом эту тряпку скользкую там выловишь, блин. Ага. И серую воду вылишь куда-то, блин. Или в ней еще сполоснешь там бокальчики или что. Водка спасала, пацаны. Водка вас спасала, а я не любил водку. Ну просто не хотелось становиться быком. Так, что-то мы отвлеклись, пацаны. Ну, поэтому запомните, блин, это. Это все такое понятие относительное, знаете. Если попасть в здоровую среду, то вот эта вся херня, блин, она это уже тебе. Тебе потом ни Крым не нужен, ни мост никакой, блин. И не понимаешь, зачем укропов мочить или зачем. Или встречаешься на работе с сирияком, он приносит тебе вкусный сыр, там, рассказывает, как это. 10 лет они там в горах прятались, как их бомбили, как его родню всю там это похоронили, все. И ты понимаешь, что нормальный мужик, нормальный, просто хочет тоже жить, хочет, чтобы своим детям было хорошо. Ну молится жопой на Запад, блин. Ну пусть, ну раз ему так Запад не нравится, пусть он жопой на Запад молится, блин. Ну пока он это самое, это, не одевает эти
последнем, блин, жилетке там с динамитом. Что-то мы уже отвлеклись, блин, совсем на какие-то темы, блин, ужасные заехали. Пацаны, давайте, Ленин, Комсомол, Весна, это все, блин, это. Короче, вот кто хочет вам там эти акиматы, хироматы, то все там, сколько со зубов там у Аблайханов там, блин. Знаете, блин, ну смотрю, ну жалко людей, какие-то Акбидаи у них до сих пор ездят. Пацаны, вот это попросите всех вот этих массовиков-затейников, пусть они распечатают все эти грамоты, блин, эти все условия Акбидаев, списки акиматов, и потом пусть свернут хорошо это в рулончик твердый, и себе в жопу вот так, по самые гланды, пусть засунут, а вы на это все не ведитесь, блин, ну не для этого же вас мама родила, елки-палки, дерзайте вперед, блин, выбрасывайте эти кумачевые флаги и шагайте куда нужно, нафиг, успехов вам. В новостях, блин, это, ну, а это, пацаны, я в очках, это... Круче смотрюсь так, умнее, нет, или все равно как колхозник, только это в очках. Это просто это, они не для зрения, нулевые. От пыли, от опилок, от всякого, ну, рабочие, короче, защитные очки. Ага. В новостях там это, что Путин пролетел, там было опять, что, блин, это самое, ну, сирийцев-то он это продолжает, там это Трамп ему уже поручил, а нефть это американцы контролируют. Ну, и мне так грустно стало, блин, ну, это же не Путин пролетел, да, это все знакомые дяди Васи, тети Пети, там, мамы Глаши, там все, это же они, блин, это же ихнее бабло, блин, ихняя жизнь, Брайана, ну, а этот дурик просто, блин, там своим меряется с песенами, там, что-то, блин, обыдно, поймешь, пацаны. А что у вас за проблемы? Какого хера? Почему ни одна из вас не скажет мне, что и молодняк нас смотрит? Молодняк! А у них ни методичек, ни хера, блин! Как им-то стать успешными ватниками, такими же, как вы? Да никак, блин! И тут на помощь приходит дядя Вова. У меня есть знакомый академик буржуйский. И он вам, ребята, сейчас это быстро объяснит, что такое социализм. Договорились? Поехали! Социализма! Вот она! Это российский народ, это центр вселенной. Да никакой не российский, любой народ, короче. Это ватники, вот так и напишем. Вата как пишется, а пофигу. Кусочек ваты нарисуем, да? Так, вот он социализм, а что делаешь? Говоришь, что эти сволочи, всякие, блин, узурпаторы, блин, пролетариаты, давайте, не теряйте цепи, там поднимайтесь с колен. Короче, херачим всех богатых и расхерачиваем. Поняли? Следующий шаг. Забираем все и сами все строим, блин, светлое будущее у богатых. Следующий шаг. Что-то ни хера не идет, это самое, блин, это хреновенько все. Следующий шаг. Доводим народ до голодовки, блин. Истощение, изнемождение. Голодает народ. Следующий шаг. Объявляем, что это был неправильный социализм. Не то. Социализм надо строить вот так вот, вот так вот и вот так вот. Строим социализм. И вот так вот. Успехов вам, успехов, молодежь. Будьте такими же тупыми, как и ваши предки, блин. Матри дверочком ды сделал с навесиком ды. Пацаны, а чё вы такие убогие, блин? Вот я выключатель, я там резетку, хиретку. Кому это надо? Кого это волнует, блин? Ну подумаешь, специалисты в задницу, блин. Прям уж нафиг это герои, блин. Живите проще, никого это нахрен не нужно, блин. Просто живите, коптите небо и все, блин. Пацаны, лайфхак хотите от дяди Вова? Вот серьезный такой настоящий лайфхак. Мощный в смысле. Ну, вот блестки, знаете, такие бывают? У вас продаются, нет? Короче, если вы заболели или простыли, там, или чихаете, то все. Попросите жену, пусть купит вам не аспиринки какие-то, не херинки, а вот именно вот эти блестки. И потом, блин, это в ноздри себе засыпаете и чихаете, блин. Ну, выздороветь не выздороветь, но хоть веселее будет. Пацаны, а вы знаете, чем отличается вот простой джигит от мудрого джигита? Вот я когда молодой был, да, это самое, а это давно было, смотри, лысый уже, блин. Ну, в магазинах ни хера же не было, да, а охотиться-то хочется, ну, железные гильзы, там, капсюли, там, центробой или как там, блин. Ну, а эти прокладки картонные надо было, их ни хера даже в магазине не было, блин, там, одно время были бы живойлочные, соленые, там, прокладки картонные, а потом ни хера не было. Ну, потом надыбал я картон, блин, ну. Ну и, короче, это ходил, это самое, мозги компассировал токарям, они мне выточили эту пыжерубку, блин, ну, там, с хер знает с чего, с какого-то, блин, там, плонжера, нафиг, ага. Ну, блин, у меня кореш занял, я прихожу, смотрю, он там картонку постелил, на пенек сидит, и херак, и пыжерубит, думаю, блин, что-то не то, блин. Пришел домой, репу почесал, знать, что я сделал. Я картонку сложил в 10-20 раз и начал рубить, блин. И за один рубок, короче, много пышов. Вот так вот, блин. Мы взлетим в воздух, не опираясь на силу своих мускулей, а на силу своих умений, сказал Жуковский, блин.
Когда он выбрался из подземелья, на улице стояли глубокие сумерки, глубочайшие. И он грустно вздохнул и пошел с динамитом прогуляться. Вот этих вот фраеров видите, знаете, что они мне напоминают? Сегодня утром два зайца моих, кролика, значит, уличных, в загоне там некоторые живут. А самцы, они же друг с другом бьются насмерть. И они выбегают на улицу, и я их оставляю. Я самок ловлю опять туда внутрь, а самцов это... И они здесь так хорошо это пасутся на джайляу все лето. И вот они сегодня, там двое их было, и я их мелкашкой охотился на них и обоих приговорил. Ой, пацаны, они жирные были, ой, жирные. Поэтому не спрашивайте дьявола, когда на охоту, куда на охоту. Я был сегодня на охоте, весь в крови, блин. Ну, смотри, это тетя Оля мне рассказывала, снежок это пару раз, говорит, начинался, прекращался. Ага. Она молодец, умница, все управила, все сделала. Покупатели приезжали, она булочки стряпает вкусные, они их забрали всех. Хлеб сауэрдо, знаете, такой сауэрдо, артизанский хлеб. В ютубе можете посмотреть, что это такое. Ну, тоже она стряпает. Так, пойдем погуляем, а? Федот, не ходи с нами, блин, машина проедет, совсем мертвый будешь, елки-палки.